Если вы хотите оказаться в самой ужасной и безнадежной ситуации, совершите какой-нибудь добрый поступок, и жизнь обязательно вас накажет. Давайте знакомиться. Я Свит. Это Мика. Это Кит. Попали мы в такую чудовищную передрягу из-за сущей ерунды. Просто хотели помочь нашему другу, Грошику. До сегодняшнего дня мы были ярыми фанатами фильмов ужасов. Но, честно говоря, никогда не планировали стать их героями. А начиналось все довольно весело. Долго еще? Да рядом уже, тихо. А если у меня клаустрофобия? А вдруг панические атаки? У этой кишки есть конец? Как ты здесь ориентируешься? Вообще-то, я здесь целую неделю посуду мыл и слушал бред этого управляющего. Грошик, знаешь, зачем мы здесь? Нет, сюрприз. Свифт, ты слышал? Это сюрприз. Смотри, не проболтайся. Понял? Свифт! 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 Дальше справимся без него. Зачем мы его с собой взяли? Я хочу хотя бы один глазком посмотреть. Мика! Вот он. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы, как всегда, счастливы видеть вас у нас. У нас сегодня новая программа. Такого вы еще не видели. Это что-то там. Простите, но вы же знаете, что мне это неинтересно. Ну что ж, прошу, пожалуйста, проходите. Вот он, наш мудрый декан. Теперь понятно, куда тратить казенные деньги. Ваша личная комната уже готова. Все, как вы любите. Спасибо. По лучшему разгаду. Эти два молодых человека сделают все, чтобы вас никто не побеспокоил. Благодарю вас. Прошу. Погнали! Кит, погнали за ним! Десерт сегодня клубничный мусс. Интересно, а чего он институт так не ходит? Ну какого? Раса не было, правда. Меня зовут Моника. Выглядите сегодня потрясающе. Ну все, после того.
такого компромата он от крошки точно отвяжется. Покайтесь, Сергей Юрьевич. Пока не поздно. Ты что творишь? Вы паразиты. Валим, валим. Вы извращенцы! Сволочи. You gotta keep them separated. Что он там интересно делает, а? Сволочи! Да что же вы стоите? Идите в водичку и выставляйте наконец да. свою работу! Ай, сволочи! Подонки! Хочу ничего слушать! Вы вообще не имеете ни малейшего представления, какие у меня из-за вас проблемы. И вы, дорогой мой, обязаны их решить. В противном случае вами займется Аркадий. Да? Только не Аркадий. Умоляю, я умоляю. Я клянусь. Я сделаю. Я все сделаю. Дайте нам немного времени. 3 дня. Не Аркадий. У вас ровно 3 дня. Чтобы похоронить этих извращенцев. 3 дня. 3 дня, идиоты! 3 дня! Нашему заведению нанесено ужасное, несмываемое оскорбление. А вы правы, Игорь Леонидович. Это заткнись! Заткнись, идиот! Если в 3 дня вы не найдете мне этих уродов и не доставите их задницы ко мне! Игорь Леонидович, по поводу задниц. Вы хотели бы, чтобы мы отрезали их задницы и привезли вам или доставили их вместе с задницами? 3 дня. Иначе я верну вас туда, откуда вытащил. В райотдел участковыми. Пошли вон отсюда. 3 дня, придурки, 3 дня! Ужинать будешь? Не, ма. А мы с ребятами в ресторане поели. Я завтра к тете Свете поеду. А? На недельку. Справишься? А, да. Привет передавай. Угу. Федя, а как эту на плакате зовут? Эту? Угу. Моника. Необычное имя. Очень. Редкое. Гормональный всплеск. Спермотоксикоз. Ночные полюции. Понимаешь?
я понимаю. Ну вот, и все это нормально. Для мальчиков вашего возраста. А я бы на твоем месте лучше бы вообще помолчал. Знаешь, откуда у него шарик вообще оказался? Ну, Свик, ну ё-моё! А, ну, а вот у вас у всех всегда как в жизни, понятно? Вот, вот сидите здесь и думаете, как дальше определять ваше никчёмное существование. Ну вообще, хоть раз были в Третьяковке, а? Ну что, может, еще по порции блинчиков? Давай сразу по две. Скажите, простите. А вот... Принесите, пожалуйста, еще две порции блинчиков. С творогом. Раскрашенная машина возле входа. Это чья? Парни, внимание на вход. Встаем и тихо уходим. А счет? Эйнштейн, расплатись. Пошли, 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 пошли. Ребят, вы куда? Да вот что это, парень. За очкариком бегу. Until the break up. Вы куда? Тут девочки переодеваются. Спортсменки. Нас пошли. Малолетки. Плохо, очень плохо. Я не понимаю, о чем вы думаете накануне сборов. Светлана Николаевна. Я ничего не хочу слышать. О мальчиках и прочей ерунде забыть. От этих соревнований будет зависеть будущее нашей сборной. Смотрите. Катайтесь, девочки. Скорость, техника, стиль впечатляет. Мне нравится. Угу. Светлана Николаевна. Полина. Тренер женской сборной по сноуборду. Даша. Настя. Так сколько вы говорите вам лет? Прекрасно, я тоже не люблю лишних слов. Отсюда предложение. Завтра едем в Сочи на сборы. Куда? В Сочи на Розу Хутор. Простите, простите, все так неожиданно. Правда, девочки? Прекрасно. Завтра в 11 на Казанском вокзале. С собой иметь паспорта и все самое необходимое на 10 дней. Удивительная женщина. Кит, ты всех погнали отсюда. Где очкарик? Заперся. Давно? Ну, не дверь же ломать. Да, Игорь Леонидович, сейчас слушаю. У вас осталось 2,5. Да, детка, хорошо так-то. Осторожней. Это не вам, уроды! Не дай бог облажаетесь. Вырву ноги и вставлю вам в задницу. Это ясно? Все! Да вроде никого. Может, они просто решили нас попугать? Да я своими глазами видел его волыну.
Нет, Смит, мы конкретно попали, и они от нас просто так не отстанут. Ну и что решили, братцы? Выключи свет. Идея, в принципе, не ахти. Хотя это новый курорт. Я там лично еще не катался. Да я не против покататься. Но вся эта история с переодеванием — это чушь и бред. И потом, что Сочи — единственное место, где можно скрыться? А почему не Тверь? Да, кстати, а почему не Тверь? Да какая Тверь, братцы? Нам предложили ехать кататься на Розу Хутор. В окружении прекрасных девушек. Черт. Откуда они узнали, где мы? Мне разбили машину, вы меня кинули, эти уголовники меня чуть не убили. Все ли у меня нормально? Нет, у меня не все нормально. Успокойся, ты лучше скажи, ты с нами едешь? Куда я должен с вами ехать? В Сочи. В Сочи! Они еще и смыться решили. Нормально, нормально. Пока, ребята, до свидания. Переждем недельку на Розах Хутор, покатаемся. Ты с нами или нет? У меня экзамен по этике. Серег! Че, Серег? На хутор они едут, хуторяне. Грош! Идиот! Обиделся. Надо было ему сказать, что мы в трубу полезли за него. Не, ну мы-то хотели как лучше. А получилось как всегда. И, кстати, в Сочи приглашали нас троих. Да? Трех девушек. Ну, а это уже чисто технический вопрос. Паспорта взяли? Да. Проверьте еще раз. Чего опаздываете? Да не придут они. Светлана Николаевна. Мы ничего о них не знаем. Сразу на сборы. Вот я с 4 лет на доске стою. А это вообще-то такие. Ой, Светлана Николаевна, а вон они. Надеюсь, на тренировке вы опаздывать не будете? Простите, пожалуйста, Светлана Николаевна. Просто нам с девочками так долго пришлось убеждать Настину, молодого человека, куда и зачем мы едем. Ой, эти мужчины. Он такой упрямый. Да. Быстро в вагон. Ну, я же говорила, что они придут. Пошли. Все. Вам помочь? Ну, если вам не трудно. Мне будет только приятно. Сейчас. Возьмите вот это. Секундочку. Вы такой сильный. Я Тофик. Ну, пойдемте, Тофик. Значит, слушай меня внимательно. Сейчас я буду задавать вопросы, а ты будешь на них отвечать. Если соврешь, он сломает тебе палец. У тебя 10 попыток. А пальцев 20. Правильно. Итак, мой первый вопрос. А где твои друзья?
Будешь молчать, я все равно сломаю палец. Друзья. А у меня вот просто билет. Я что, ошиблась? Со мной поедешь, что против? Я? Я просто... Мы с девочками думали, что проходи, вы против. Проходи, проходи. Вы просто удивительная женщина, Светлана Николаевна. Ты меня еще плохо знаешь. Ой. Ну вот мы и живем. И познакомимся как раз поближе. Черт, да? Я зацепился. Помоги мне. Там крючок заел. Ногти. Ну чего там? Сейчас, секунду. Чего надо? Чего? Ничего. Помыться. Не втерпёшь, что ли? Овца. Прости, пожалуйста. А? Все нормально? Ты как, в порядке? Извини, пожалуйста. Нет, ты просто ущипнула. Светлана Николаевна. Все хорошо? Все хорошо, да. Мне просто надо срочно в туалет выйти на секундочку. Если честно, они мне тоже предлагали уехать. Но я сказал, что нет, я никуда не поеду, потому что я же ничего не делал, понимаете? А кто бы на их месте поступил по-другому? Куда? Я... Что куда? Ты мне идиот, из себя не строй. Куда? Другой город, потому что им нужно спрятаться, затаиться, понимаете? А им еще подавая всякие горки, спуски, на досках они катаются. Вот Мика, например, мой друг, вот он... В Сочи. Подробнее? Поподробнее. Сочи. 43 градуса северной широты, 39 градусов восточной долготы. Город-курорт, население 350 тысяч. Пойду лежать на каменный песочек. Я жизнью наслаждаюсь очень-очень. Насколько позволяет город Сочи. Нечаева, вы к себе новенькую берете? Белую, как ее, Даша? Угу. Расселяемся по номерам и через час встречаемся здесь, в холле. Интересно, девки пляшут. Обед? После тренировки, с 2 до 3. А тебе ничего в наших новеньких не кажется странным? Да нет, нормальные девчонки. Ну что, матрешки, первый уровень мы прошли? Какие-то они не такие. А вот второй. Ты что, завис-то? Нормально все. Хотели бы вместе. Да? Да. И если можно, у аварийного выхода. Хорошо. Смотри, как Гарри Поттер отжигает. Что за пантомима? Угу. Так, что еще? Живот болит. Мне нужно в туалет.
У меня обостренный гастрит и диета. У меня аллергия почти на все. А вот на это где? Аллергии нету? Добрый день. Что желаете? Чай, кофе, сок, вода? Нет, спасибо. Можно мне, пожалуйста, 2 стакана апельсинового сока и 2 дольки лимона? Пожалуйста. А мне томатный. Томатный. Спасибо. Лимон. Да ладно, не смотрел ты на нее. Да говорю, не смотрел. Ладно, матрешки, не подеретесь. Ох, нашел. Че? Кого? Я хотел бы с вами наедине поговорить. Тихо. Куда? У меня от них секретов нет. Я приглашаю вас в ресторан. Тет-а-тет. Оно, конечно же, спасибо, но почему бы и нет? А что, сходи. Я подумаю. Сейчас плачу. Хорошая. Ты чё, студент? Ты чё? Что случилось? Давай, уже не смешно. Давай, заканчивай уже. Молодой человек, вам плохо? Аллергия. Подожди, какого черта лимон тогда жрал, а? Чё вы встали? Давайте, делайте что-нибудь, делайте. Рубашку расстегни его. Медик. Рубашку. Есть медик. Да. Сейчас. Давай. Да что, вы надо рубашку расстегнуть. Берите в руки, вы свои. Ну что вы, на нас рубашку расстегнуть. Подождите, вы что-то уже. Уберите, хватит уже. Дайте воды. Тихо. У меня отек клетки. Тучные клетки заполнили бронхи. И если в течение 20 минут я окажу скоро клиническую помощь, вам всем от 3 до 8. А ты не придумаешь это убийство по халатности. Точно. Есть такой закон, да? Борт 127. Прошу экстренной посадки в аэропорту Минеральных Вод. Да вы не переживайте, Светлана Николаевна. Это просто у нее стиль катания такой. И откуда вы такие взялись? Тесно стало? What's wrong? В чем дело? Что любитель делает на профессиональной трассе? Прости, откуда ты? Из Штатов. Джейн. Приятно познакомиться. Я Настя. Ты тут отдыхаешь? Нет, мы тут на сборах. Вон моя команда. Мне пора идти. Ты чуть не убил мою подругу. See you later. Окей. Ты что? Ты что творишь-то, а? Светлана Николаевна в шоке, понял, да? Москву захотел? Потрясающе. Джейн. Ничего. Я тебя, овца, это еще припомню. В общем, ты меня поняла. Осторожно! Ой, куда вы трясете-то так? Да не вперед ногами! Аккуратно, не уроните! Вот так, аккуратно, я помогу. Вот, все, это. Выздоравливай! Мы уже далеко. Далеко, далеко. А можно водички? Воды.
случай. Банальная аллергия. 20 минут и все пройдет. Клинический случай. Ну, ложный вызов. Ошиблись. Остановите, пожалуйста. Вы доктор от Бога. Вы сотворили чудо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Не-не-не, спасибо, я сам. Крутая каталка. Ты чё? Все нормально. О, Джейн! Джейн! Очень смешно. Чего вы ржете, а? Сегодня первый день. Я вообще не расслаблялся, особенно с этой вещью. А я с вещью вы расслабляться и не собираюсь. Девчонки, это вам от господина вон с того столика. Приятного аппетита. Сидюня. Да ты пользуешься популярностью у восточных мужчин. Хорошая. Моя будет? Она мне напоминает Марго. Мою первую любовь. Поесть нормально не дают. Одна дорога. Привет. А где чемодан-то? Конечно, готов заказать. А как? Ну, как обычно. Как обычно, неинтересно. А как интересно. А вот видишь ту девку? В бордовой кофте. И чё? Со мной, если сначала её дёрнешь. А Настя? Я Настя. Мы сегодня познакомились. Парный заезд. Ты хорошо катаешься. Ты катаешься гораздо лучше. Спасибо. Тут так круто. Я знаю ребят поинтереснее. Здравствуй. Тебя Настя зовут? Зовут. Расслабься. Танцы – это главное доверие, крошка. Живешь? В теплом и уютном. Это, а у тебя парень есть? Есть. Тоже спортсмен. А что он это, с тобой на соревнования не приехал? Он тоже на соревнования. В Дагестане. Борец. Что, готов? Она там одна. Все в твоих руках. Слушай, ну у него же там это, парень этот борец. Дагестан. Она с тобой играет, испытывает. Ну, будь настойчив, девушки таких любят, понял? Ага. Чё, думаешь, я ей нравлюсь, да? Сашок.
Это я. Хачука с пряниками. Нечаева. Чего не спим, кого ждем? Да так. Ну, вдохни. Что я сделала? Ты же сама хотела. Еще раз меня тронешь, я тебе глаза выцарапаю, понял? Ой. За что? Скажи спасибо, глаза теперь потеть не будут. Васильев, я же тебе объясняла, что... Ой! Повышенный уровень тестостеронов выравнивается очень легко. Испандер, перекладина и брусья. А что я сделала? Она же сама хотела. Ой, все, иди уже. Нечаева, проводи. Я так рада, что вы пришли. Я так испугалась. Так испугалась. Павлинчик, ну не плачь. Ну, все хорошо. Все. Он ушел уже. Все. Ой. Моя хорошая, ну что ты, что ты, что ты, что ты? Ну. Ну-ка, вдохни. Куришь? Иногда. Я слышу голос хриплый. Курить, Полинка, надо бросать. В басик идешь? Да. Все, жду тебя там. Нет. Я купальник забыла. Ну вот просто если люди всей семьей приехали на отпуск. У них деньги тут же украли, чемодан украли. Ну, варьё кругом одно. Куда девались нормальные человеческие отношения, а? Помочь? Не-не, спасибо. Как капитан сборной, хотела бы вам напомнить. Ну, может, вы просто забыли? Да-да, говори. Наши новенькие девочки не прошли медосмотр. Да, забыл совсем. Но ты передай им, чтобы зашли в медпункт. Ага. Обязательно, Светлана Николаевна. Все, иди. Полина, к врачу забегите, ага. Ой. Обязательно. Нет, все-таки они другие. Нам никогда друг друга не понять. Отцы и дети. Да не в этом дело. А в чем? Как можно одеть на себя штаны с мандёй до конец? А язык? Я же нифига не понимаю, о чем они говорят. Слышишь? А эта дорога точно в город? И никаких авторитетов. Я помню, в наше время. Ты молчал, слушал, молчал. Студент ответит за все. Не знаю. А по-моему, они прикольные. Уже остановись здесь, а? Хорошо. Ты машину на ручник поставил?
Да, Игорь Ильич? Вас где носит, придурки? До вас не дозвониться. Все хорошо, связь просто плохая. Шифруетесь от меня, уроды? Нет, у нас все под контролем. Каким контролем? Время вышло, а с ним и мое терпение. Тащите их сюда, или я сотру вас с лица земли. Ты слышишь меня? Плохие новости, парни. Я никогда не смогу родить. Все нормально. Пошли. Куда? Туда. Все трое. Во многому надо научиться. Переодевание – это авантюра. Вы выбрали опасную игру. Мы с самого начала поняли это. С детства. Понимаете, это наша единственная возможность... раскрепоститься. Именно. Я восхищен! В молодости у меня не хватило мужества для такого поступка. Ну так что, вы нам поможете? Конечно. Снимайте штаны. В смысле? Но я же все-таки доктор. Я должен кого-то осмотреть, прежде чем отпустить. Это все Нечаева. Дура тупая. Можешь ей ноги сломать. Мишка, ты че? Всем тяжело. Пошли. До травм пункта. Настюха, ну я так рада, что нас вместе поселили. Ну, короче, слушай. Я стала ходить вся в черном и волосы в черный цвет покрасила. Я показала, что я оскорблена их пересудами и что я не такая, как они. У меня слезинка даже была подрисована, Настюха. Я хотела, чтобы у нас с Лехой была такая татуировка у обоих на двоих. Слезинка, понимаешь, навсегда. И знаешь, что он сказал? Послал тебя. Не, ну а как ты догадалась? Нет, понимаешь, он так и сказал. Hey guys, what's going on? You want me to call the police? What's up? Hey! Oh, get up! Don't touch me, please! Get away! Еще одна пришла! Ты че, руки брал? Олесь, серьезно. Ты не очень-то испугалась. Я привыкла сама себя защищать. И кто тебя этому научил? Мой папа. Он меня воспитывал. Жизнь не особо его баловала.
Поэтому он всегда говорил мне: запомни, вокруг все врут. Никогда не спеши открываться тому, кто этого не достоин. Я благодарна ему за это. Мишка, ты что ли? Это твой знакомый? Нет, пошли скорее. Я сломал, думаю, ты не ты. Ну что, как батя, как мамка? Мишка, елки-палки. Я, наверное, пойду. Подожди. Миша! Да не кричите вы так. Да, это я. А ты зачем так нарядился? Нормально, одет как все. А ты это не того случайно? Не того. Просто в горло болит. Иди, я догоню. А у всех врачей были? Да, спасибо. И у гинеколога? Конечно, пышем здоровьем. Болеешь? Семёныч, понимаешь, это что-то типа розыгрыша. Шутка. Понял. Пойду я. И что же вам мешало ей признаться? Написали бы ей письмо. Я же могу так прям взять, ну и написать, что, ну там, ты мне там нравишься, и приходи ко мне, и давай, ну... Это банальная робость. Явление нередкое в наш век гендерного равноправия, когда галантность стала анахронизмом. А что такое галантность? Ну хорошо, что такое галантность? Для одних галантность – это просто хорошие манеры. Для кого-то это средство обольщения. Что диктует мужчинам этикет галантного века? Что диктует? Вы должны уважать в женщине драгоценнейший сосуд сладострастия. Каждое желание – это приказ. Каждый ее каприз – это закон. Разговор для вас – главная арена словесного флирта. Потому что галантность... Ты что, нафигу? Что вы делаете? Я же за рулем, галант! Иду в шапофик! Смотри-ка, живой. Папа, я нашел их, это они! Катька, привезли! Так быстро? Да, давай смотреть скорее. Клёво, класс. А мне нравится. Девочки, ну как вы не поймете, все вот эти гламурные штучки, дизайнерские шмотки, нарощенные ногти, надутые губы, все это в конечном итоге не важно. Как это не важно? Девушка должна быть модной. Мужчинам это нравится. Мужчинам нравится в девушках совершенно другое. Главное в девушке – это… Тайна. Нет. Загадка. Да подожди ты! Тоже мне загадка. Главное в девушке – это ее внутренняя раскрепощенность. Но именно внутренняя, а не внешняя. Девушка не должна быть вульгарной ни в коем случае. От нее должна исходить эманация. Эманация? Магнетизм. А что это? Источником которого является внутренняя вседоступность, а может быть даже вседозволенность. И когда мужчина попадает в зону действия этого магнетизма, он понимает, что эта девушка-мечта даст ему абсолютно все, о чем он только мечтал в самых фантастических снах. А как это сделать практически? Ну, во-первых, девочке надо научиться правильно целоваться. Ой, это просто. Все говорят просто, а ты попробуй. Ну, вот давайте, поцелуйтесь. А я посмотрю. Ну, это же просто. Что? Так. Давай тогда я. Я стесняюсь. А я хочу попробовать. Вот первый шаг к успеху мужчин. Молодец. Закрой глаза и представь, что я Брэд Питт. О,
я что говорил? Прости, Бэт Трип он не говорит. А можно... Можно я попробую? Нужно. Давайте, девочки, смелее. Не спешите. Закройте глаза. Медленно. Смелее. Медленно. Полин, можно? Так, продолжайте в том же духе. Я сейчас выйду на минутку, только дальше поцелуй без меня. Ни-ни. Угу. Я выхожу из игры. Чего? Меня отцовский друг узнал, так я чуть со стыда не сгорел. То есть как это ты выходишь? А ты о нас подумал? Обо мне, о Свифте? А что Светлана Николаевна скажет, эта святая женщина? Ты вообще помнишь, из-за чего мы здесь, а? Ты что, в Москву захотел, да? Давай, вали, чувак, давай, вперед. Паяльник уже ждет и греется. Я все сказал. Все. Ну что, подалось тебе? Что? Подкатить к той тёлке. Нечаев, ну что ж ты меня мучаешь? Я ж тебя люблю. Ну иди сюда. Ой, стой, стой, стой. Если ты по-прежнему хочешь меня... Что? То дёрни Настю, а потом брось. Что за бред? Слушай, зачем тебе это нужно? Меня это заводит. Oh, sorry. Извини. Настя's here. Настя здесь? Настя. Listen. Послушай. Мне надо тебе что-то сказать. Okay. I mean, you know, ты знаешь, моя мама... Хотя при чем здесь моя мама? Sorry, I don't... Not the one I wanted to think I am. I don't want to think I am. Okay, it's okay. Все хорошо. It's never mind. Это не важно. Really. Никит, я предупреждал. Hi. Мишка! Вот тебе на... Откуда ты взялся-то? Хоть предупредил бы. Все-таки Москву захотел, да? А Настя знаешь, что ты здесь, а? Да. А я и сама ничего не знала. К Насте брат ее приехал. What's going что on? Происходит? Вот, вот. Вот это ее браза. Мишка, Майкл. Your brother. Ты брат? Ничего сказал, нет? Что знает, нет? Да, браза, браза. Твинкс, понимаешь, братья-близнецы. From Moscow. Самолет, understand? Ладно, ты давай одевайся, мы тебя в кафешке ждем. Come on, we wait in the cafe. А он это, fashion. Пойдем. Ну ты даешь! Я вас догоню. Не догонишь, предатель. You really look like Nancy. Ты действительно похож на Настю, просто копия. Of course. Brother and sister. Understand? Характер. Да. Что ни говори, Майкл просто душка. Может, хватит обо мне? Так, девки, в чем дело? Я что, нанималась за вами бегать? И много платит. Это ты типа пошутила? Там Светка всех собирает. Так что давайте, на ОФП, быстро. Bye, girls. See you later. Ну, раз уж Светка, тогда пошли. А так бы ей ноги сломала. Ваше лицо мне ужасно знакомо. Мы раньше с вами не встречались? Колени выше! Улыбки на лицах, что такие хмурые! Светлана Николаевна, я их еле нашла! Простите, пожалуйста, за опоздание!
Хорошие показатели не повод расслабляться. Где Настя? А она у врача. У нее так живот сильно заболел. Времени на раскачку нет. Нам нужна только победа. Завтра важный заезд с американской сборной. Вы должны быть первыми на этих соревнованиях. Не победим, прощай чемпионат мира. Понятно? А че в тишине бежим? Давай нашу. Мы катаем лучше всех. Потому нас ждет успех. Have you ever tried going off? Ты когда-нибудь спускалась по целине? No. Нет. Everyone says it's so cool, все говорят, это клёво. I'm a little bit scared, to be honest. Но мне, если честно, немного страшно. Страшно только в первый раз. Но это стоит попробовать. Жизнь и так состоит из одних и тех же маршрутов. Иногда полезно прокладывать новую дорогу. Какие ощущения от фрирайда? Я бы сказал, всегда особенные. Вообще-то это как... как... секс? I definitely want to try. Тогда я готова попробовать. Снег глубокий, поэтому держи вес на задней ноге. Держись ближе ко мне. Отключи мозг и наслаждайся. Как я буду думать, если отключу мозг? Не думай. Просто дыши. Дорогой Кирилл, я долго...
думал, прежде чем признаться тебе, что ты мне очень нравишься. Жди меня сегодня вся в номере в 10 часов. Целую, Настя. Настя. Входи. Ну что ж, если ты здесь, значит, я действительно заинтересовал тебя, красотка. Шампанского? Я получил твою записку, злодей. Ты меня очаровал. Escape lover. Сбежавший любовник. What's up? В чем дело? Good evening. Михаил Николаевич, вы мне, конечно, не велели за вами заезжать, но я вот на свой страх и риск решил заехать. Майк, what's going on? Что происходит? Прошу вас, мэм, please. Welcome. Никитос, ты совсем без башки? Ты где тачку взял? Может быть, потанцуем? Давай! Что там? Чё? Высоко! Студент, давай сюда! Давай, ложись, ложись! Подожди! Не умирай! Не умирай, не умирай! Качайтесь от жениха и невесты. Чуть свадьбу не сорвали. Что за свадьба без баранов? Кушайте, завтра решим, что с вами делать. Как завтра? Что значит? Мы имеем право на правосудие? Давай, дорогой, до свидания. Как? Что значит? Это беспредел, товарищи! Что значит? Товарищи, это беспредел! Подождите! Мафия! Вообще-то, мафия – это аббревиатура. Морте – это Франция, Италия – Анелия. Это переводится как… Я убью его! Да давно надо было сделать! Игорь Леонидович Сулевого доставит живым! Да мне плевать! На Игоря Леонидовича! Мне вообще! На все плевать! Дай я себе! Да, тихо! Значит так. Ты слушай меня, а ты запоминай. Вы выбраться отсюда хотите? Джигурда, джигурда, джигурда. Казаки на место, ваша мода не коснулась меня. Вы все поете как мужик. Welcome! This is your place? Ты тут живешь? Yeah. Да. It looks похоже like. На то. Вау! Ну как? Как-как? А ты меня спросил? Между прочим, ради вашей брачной ночи кое-кому придется отрабатывать. Woo!
Какая замечательная ночь. Действительно замечательная. Ты знаешь, мне с парнями всегда не везло. Почему? Не знаю, может, потому что мужчины вырождаются. Никакого благородства и самопожертвования. Был тут у меня один парень, с виду настоящий мужчина. Такой целеустремленный, независимый, галантный. Но? Оказался геем. Ну, в этом также есть и вина женщин. Почему? Феминизм, знаешь ли. Феминизм происходит от мужского инфантилизма. Может быть. Почему мужчины не могут взять быка за рога? Слушаешь меня? Слушаю. Как насчет фрирайда? У вас гости? Ника, вставай. Ника, просыпайся. Мам. Мам, давай, сыночек, просыпайся, прошу тебя. Мам, я чуть-чуть вас понимал. Я тебе сейчас дам чуть-чуть. Давай, вставай. Кит, ты чего? Ничего, вставай. Где Жень? Где Жень? В Америку уехала. Как в Америку? Так, в Америку. Давай, собирайся, у нас соревнования. Какие соревнования? Такие соревнования. Вставай, говорю. Давай, вставай. Собирайся быстрее. Давай, собирайся. Быстрее там оденешься. Пошли, пошли, пошли. Что, сдулись? Финального наезда по-прежнему впереди
Чувак, ты что творишь-то? Чего, чего? Мне вообще хреново. У меня башка болит. Тихо. И как мне теперь, Светлана Николаевна, в глаза смотреть? А вот как я Тофику смотрел, так и смотри. Шмакова, всех ко мне. Все, пошли. Впереди финал, но шансов на победу у наших девочек крайне мало, учитывая тот факт, что в финале у американок остались Джейн Коэн и Лэнси Конахи. В общем, девулечки, мы в полной... Нечаева, в финале едешь с Настей. Вся надежда на вас, давайте не подведите. Ну! Раз, два, за победу! Riders, one course! Твой брат здесь? Не знаю. Тебе не об этом нужно думать. Настройся на трассу. Не могу. Все время думаю о нем. Будь внимательна. Трасса обледенела. Чем сильнее скольжение, тем выше скорость. Внимание, стартуем. Attention! Тебя в голове. Ты понимаешь, что ты подставила свою команду. Тебя придется исключить из сборной. Извините. Не нужно никого исключать. Настя, я прошу, не вмешивайся. Подожди, Джейн. Миш, может, не надо? Миша? Какой еще Миша? Я не Настя. Ты победила. Что тут происходит? Джеймс, wait. How does it feel? Я ж говорила. Dreams are ending. How does it feel when the curtains fall in there? Извини. How does it feel when your faith is fading? You just cry, cry, you cry. Офигеть. Тук-тук. О. Привет. Уезжаешь? Ну да. О, а где Кит? Не знаю, просила ему вещи собрать. Если уж так случилось, что ты оказался парнем, то... Ну, наконец-то!
Светлана Николаевна. Я был слеп. Джейн, прости меня. Привет, незнакомец. Ты все еще слеп? Ты ошибся этажом. Джейн на этаж выше. Семёныч, давай выше! Just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Джейн. Sorry. Прости меня. Эй, ну хорош, поехали. Ну вот и закончилось наше приключение. А с ним и каникулы. Кто-то обзавелся большим количеством имейлов, а кто-то персональным тренером. Девчонок все-таки допустили до чемпионата мира, а мы вернулись домой. Но здесь меня ждал еще один сюрприз. Здравствуйте. Здрасте. Марго. Маргарита Михайловна здесь живет? Точнее, сюрприз ждал мою маму. Сейчас. Мама, тут к тебе пришли. Ко мне? Ага. Я пойду. Вы проходите, проходите. Здравствуй, Марго. Туфик, ты? Меня сердце к тебе привело.
Да, теперь понятно, почему я напомнил ему первую любовь. Оказывается, в юности они были достаточно близко знакомы. Но я даже не хочу думать, насколько близко. Изо всех сил пытаюсь прогнать эти дурные мысли из своей головы. Свив Тофикович. Здравствуйте, ребята. Крошек, твою мать! Бросили друга. Крошек! А ну-ка, покажи на меня! Крошек, расскажи мне, пожалуйста! Конечно, такие проблемы строят! Вот так все и закончилось. Как Крошеку удалось подружиться с охранниками, это осталось для нас загадкой. Но факт остается фактом. Мы чудом вырвались из этого ужаса, и наша жизнь вернулась в привычное русло. Чего нельзя сказать об управляющем клуба Викторе Петровиче, который вплотную занялся своим здоровьем. Подсел на кислородные коктейли и клизмы с травяными настойками. Грошик остался в институте и получил повышенную стипендию. А вот его декан наконец-то определился со своими сексуальными предпочтениями. И теперь охотно коннектится с преподом по этике. И это мы можем смело отнести к нашим заслугам. Охранники заметно рванули по карьерной лестнице и стали настоящими телохранителями. А мы решили реально оторваться. И следующий сезон провести на волнах. До встречи!